Всем привет, с вами Матмет, мы играем в Epic Inventor. Я записывал по нему летсплей, потом что-то у меня удалились сохранения и так далее. Записывал очень давно, наверное, года два назад уже. Но игрушка прикольная, мне что-то... Я ее нашел у себя на компьютере, рылся когда в играх, в папке с играми. И что-то захотелось мне все-таки продолжить по ней записывать летсплей. И давайте начнем заново. Назовем нашего персонажа. Так, можно на все писать русскими буквами. Крутой робота дядя. Крутой дядя. Окей, поехали. Ох, немножко расширился экран, поэтому не обращайте немножко внимания на то, что я сейчас сделал. А я именно расширил окно бандикама. Окей. Итак, дорогие друзья, загружается наш необычный нарисованный мир. Я сделаю пару тяг кальяна, но вам не советую курить, и мне надо уже бросать, так как вы, наверное, заметили, что я курю в каждом летсплее, и я курю очень-очень много кальян. Это плохо, друзья. Окей, next, 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 next. Я уже забыл, конечно, как и что тут делать. Окей. Бить на левую кнопку мыши. Подпрыгивать на пробел, бегать, как обычно, АД. Я не помню, какие тут еще клавиши действуют, да? Но нам каким-то образом надо подбирать, короче, вещи. Такс. Right click. А, Е, окей. Окей. Можем садиться в робота. Тоже на Е. И давайте начнем пока собирать ресурсы. Руду собирает он подольше. Да, оружие у нас пока херовенькое. А если вы смотрели мои летсплеи по этой игре, вы можете понимать то, что... О, кустики тоже можно собрать. Можете понимать то, что встречаются враги как бы разных уровней. Притом в самом начале нам могут встретиться реально такие монстры, которых мы с вами не одолеем. Давайте завалим эту сразу. Вот, например, как он, видите? Ну, наш робот его вроде развалил, это хорошо. Молодец, дядя, дядя-робот. Такс. Надо еще насобирать побольше ресурсов. И что-нибудь сможем, я думаю, уже скрафтить. Пик-пик-пик. Вот этот мне не нравится. Монстр. Разделались мы с ним быстро. Робот у нас очень опасный для них. Я не знаю, наверное, мне кажется, нужно крафтить робота. Почему нет? Его батарея, кстати, села. Видите, он исчез. Да, вот заряжается в левом углу батарея робота. Оружие у нас слабое, вонючая какая-то ветка, как у доисторического мудака. И мы даже свинью не можем убить с одного раза. Надо, наверное, куда-нибудь спуститься в шахты поглубже. Правда, нас там убить могут. Снейл, снейл, снейл. Ух ты ж, плюется тварь. Да, я играл уже давно, и я забыл, кто что тут делает. Ну, эта тварь опасная. Давайте нашего робота отправим на нее. Пусть он развалит. Красавчик, и вырубаем его. Потому что мы пока очень слабые. У нас 30 хелов. О, это очень мало. Какую-то броньку бы надо прииметь. Сколько у нас всего ресурсов? Где тут ресурсы пишутся? Я уже забыл все. Вот тут, да, можно посмотреть.
Вот 32 ветки у нас. Блок есть, цветочки. Какие-то зубы непонятные. Немножко почему-то притормаживает игра. Очень странно. Так. Нудновато, да, поначалу. Но, в принципе, игра интересная. Советую в нее поиграть всем, кто не играл. По-моему, 2012 года игра. Я смотрел, может быть, какие-то вышли обновления на нее, но что-то я ничего не нашел. Ой, вот это плохо. Пусть дядя разберется с ним. Блин, он быстрый, да, рок-монстр. Так, вроде увернулся. И какой-то труп червя идет. С ним тоже надо бы как-то разделаться. Нормально. Молодец, робот. Батарея еще у него до хера. Жалко то, что эта игра как бы не пошла дальше версии 1.0.1. Хотя, может, есть какая-то более новая версия, не знаю, но я не встречал. Во всяком случае, где-то месяц назад, я помню, что-то искал обновление на эту игру, но не нашел. Может, я плохо искал, конечно. Ну да бог с ним. Поиграем в эту версию. Флайн. Летающий лев. Иди разберись с ним. Что-то он летает где-то вообще в скрипте. А, он снизу. Ой-ой-ой. Враги, враги повсюду. Ай-яй-яй-яй, не плюйся. Фух, жизни очень мало осталось. Думаю, пора возвращаться нам назад в ладик, потому что жизни реально маловато. А вот это вот херово, то, что мы запрыгнуть не можем никуда. В принципе, по-моему, если я не ошибаюсь, я помню то, что когда мы умираем, как бы мы автоматически возвращаемся на базу. Ладно. Сейчас мы сядем нашего робота. Да, с роботом мы быстрее едем и как бы и можем прыгать повсюду. Так. Снейк, снейк, снейк. Интересно, он у нас за нами будет гнаться? Надо было его развалить. Нахер он? Блин, рок. Ой-ой-ой, сколько, видите? Сколько... Сколько новых врагов тут у нас показалось на карте. Так, все, вот, собственно, наша база. И камни внизу, как бы, которые вы видите, они обозначают то, что мы можем, как бы, ну, тут строить, да? Только на этой территории. И мы можем, как бы, свернуть дом за 10 секунд и где-нибудь, допустим, там в другом месте где-то его построить. Окей. А, бегут за нами. Иди разберись с ним. Второго уровня, тварь. Ничего, он его развалил. Это хорошо. Так, выключим его. Давайте что-нибудь скрафтим для начала. Окей, вот есть... Есть... Сейчас я экран расширю, чтобы увидели. Есть окно крафтинга. Такс. И вот, собственно, написано, что для чего там нужно и так далее. Вот эту всю херню мы не сможем с вами крафтить. Можно скрафтить, к примеру, рогатку, да? А, не, нельзя у нас. Что-то вообще мало очень всего. И вот есть броня, шмотки разные, оружие. Можно там, допустим, бумеранг, да, скрафтить, а для него нам нужна вот эта вот верстак. Для верстака нужны блоки деревянные. Ну, собственно, вот сделаем эти блоки, и мы достигаем второго уровня. И это очень-очень хорошо. Такс. Такс, подождите. Немножко я запутался. А что, кстати, надо для вот этой вот херни? Я помню, я ее крафтил, очень хорошая штука. Как бы она, если не ошибаюсь, позволяет нас Broken Mirror телепортирует нас в разные участки карты. А это показывает время вроде бы.
Короче, точно не помню, что да как. Но вот есть верстак, и его надо стопудово сделать. Потому что верстак — это хорошая штука. И вот оружие для защиты базы нам тоже бы не помешало, на самом деле. Но для него надо очень много всяких штук. Так. Верстак. Окей. Вот оно. Арбалет для него нужен. Для арбалета надо вот эту вот херню. А для нее надо вот эту штуку, да? Понятно. Так, как мы там? Верстак у нас есть. 20, нихера себе, 20 вот таких штук надо. 20 болтов, у нас только 10, да? Два блока и вот это, да, фигня? И 5 вот таких штук. Но мы их не можем себе позволить сделать. Потому что у нас что-то... Как это называется? Это веб. А, выпадает с этих... С... Выпадает с улиток, по-моему, если не ошибаюсь. Вот есть всякие очки, оружие, attachment. Окей, давайте... Наверное, нож, допустим, скрафтим. Так, как я сюда заходил? Вот, ножичек. Нужен верстак, это на верстаке делается. Надо бы его развернуть. Как его использовать? Я даже не знаю. А, все, вспомнил. Переносим его вот сюда. И давайте нажмем букву 3, наверное, да? Да, вот он. И мы его поставили. Но только что-то мы его... Как-то надо было поближе, наверное, поставить к зданию. Ладно, потом его перенесу. Пока пусть стоит здесь. Вот эта херня вырабатывает электричество. Ну, для нее тут надо металл и так далее. Вот это херово. Мы пока на уровне деревянной эпохи, деревянной эры. Да. Есть пропеллер вот на робота. Я помню, я его делал в одном из летсплеев. Есть батареи всякие. Это очень хорошо. Это нам не помешает. Что еще тут есть? Шипы. Это типа... Это для базы, да, получается? Есть даже какая-то фруктовая херня. Есть вещи, которые для меня непонятны по-прежнему. Ну окей. У нас сейчас есть верстак. Давайте подойдем к нему. И... Не, сворачивать я его пока не буду. И около верстака мы с вами можем, наверное, что-то уже сделать, да? И давайте попробуем соорудить наше первое вооружение. Бронзовую мы штуку не сможем сделать. И давайте броню на робота бы сделать, да, сразу. Было бы неплохо. Или пропеллер. Тоже хорошая штука. Можно нос ему приделать. Вот можно соорудить нож. И вот у нас появляется ножичек, друзья. Мы его можем... А, это мы его можем дать роботу, да? Окей. Как одеть на робота? Да, я что-то совсем уже все подзабыл. Ну, каким-то образом... А, вот, появилось окошко для робота. Вот мы ему дали ножик. Теперь он более стал опасен. Теперь у нас робот с ножиком.
Окей, с вами был Мэтт Мёд, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, продолжим играть в эту интересную игру чуть попозже.